иду я по Орловской, ребят, смотрите, какую разметку сделали шикарную на дороге. Буквально вот сегодня же человек заливал краску, там делал, готовил это красящее это вещество, да? Я иду, я просто вот такого никогда не видела, сколько живу, да, в Брянске. Смотрите, как профессионально все сделано. Как красиво, я даже остановилась и говорю, господи, даже я это сниму. Сейчас я возьму свои пакетики и принесу их. Так. Сейчас я вот выйду на дорожку. Это. Покажу вам дальше. Вот я иду. Вот видите? И переходы, и полицейский этот лежачий этот, да, вот сделали. И что интересно, вот одни люди едут аккуратненько, проезжают, а другие вот даже скорость не сбавляют, вот мимо проезжают. И вот это потрясает просто. В машине такое футуристическое такое. Вот сделано же, да, с умом все. Вот вдруг ребенок выбежит, пофиг. Разгоняются, несутся, лежит полицейский, не лежит. Вот видите, какая красота. Как все сделано. Как все здорово, здорово, здорово. Красиво прям, да? Вот. И я вот иду по дорожке и рассказываю вам эту новость приятную. Такую красивую новость. Вот так вот. Улица Орловская моя. Гляньте, какая дорожка.